Слава нашому Господу! Приготуємося молитися, собрання наше йде до кінця. Я прочитаю одне місце. Завтра будуть багато говорити на цю тему. Луки, 3 глава, із 3 стиха. І он проходив, той есть Иоанн, Креститель, проходив по всій окресній стороні Йорданської, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий гол дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладким, и уздрит всякая плоть спасения Божьего». Прямыми сделайте стези. Я желаю с вами беседовать за прямые стези. И прочитаем самую древнюю книгу про Бытие. Двадцать четвертая глава. Значит, Авраам поручает слуге своему Елизару пойти на родину его и взять невесту для сына Исаака. В настоящее время то женихи исполняют это, а то за него исполняется. Я читаю такое место. «И сказал Господи Боже, господина моего Авраама», молится Авраам. И слушайте внимательно, в уме он молится. Есть настоящие братья и сестры, говорят, когда благодать, чтобы зашла, нужно кричать. В Божьем слове не написано. Пусть такие читают такое учение Дональд Джи. Он преподавал курсы в Данске для проповедников. Я встречался с этими людьми, где он говорил. Он, будучи баптистом, 17 лет, принял крещение и возвещал слово. И там он говорит, как проповедовать, как и возвещать слово Божие. «И сказал Господи Боже господину Авраама, пошли ее сегодня, ту невесту, до встречи мне, и сотвори милость за господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и по всему узнаю я, что ты творишь милость господина». Он молился в уме даже. И вот мы там знаем ту историю, она постоянная, она во время вот заручен, во время даже и брака напоминается это место. И вот та девица вышла, вот, Ревека. И представьте, молодая девица, нужно вниз где-то сходить до источника. И она напоила, значит, Елизара, а потом сказала, и я начерпаю верблюдом твоим. После дальнего пути верблюды пьют не так, как кони. Они в ведрах могут пить.
И вот она начерпала для всех верблюдов, там 10 их было. Дорогие друзья там, какие подарки он дал ей, как брат выбежал и в семью забрал. И он сказал здесь: «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина». Дорогие юноши, которые желаете создать семью, ходите прямым путем. А то с Олей поцеловался, там обнял, там долго дружил, оставил всех их, а теперь уже серьезно, он хочет вступать в брак. Бойтесь Бога, Бог не благословит такой брак. Есть сестры, потом плачут, некоторые замуж выходят потом, а ты не будешь иметь благословения. Я встречался с такими братьями молодыми, прямым путем. Поэтому я желаю с вами беседовать за прямой путь Господу. Теперь это заручены. А вот Исаии читаем, то и место всегда на похоронах читают. 57 глава, 1-2 стих, там, братья, можете писать там на звездочке. «Праведник умирает, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Ходящие прямым путем. Я знал таких братьев, которые при кончине их, я помню, когда было время там в Советском Союзе, она была отпуска, шахтерам давали большие, я ездил и знаю одного брата, праведника, старца, который уже дни к концу подходили. Я ему прочитал это место. И Исаии там с первых глав, заплакал он. «Ходящий прямыми путями». Дорогие друзья, мы знаем из-за царей, их много есть, которые прямым путем ходили, израильских мало, но иудейских. Вот. И за царя Езекию, 4 книга Царств, 20 глава, 2-3 стих. «И отворотился Езекия к стене и заплакал: Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, верно, прямым путем я ходил пред Тобою». Бог возвратил пророка Исаии, добавил не жизнь его. А вот самый для меня любезный царь, я думаю, Иосия, который воцарился, 8 лет ему было. И мы считаем, царствовал он 31 год. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и царствовал 31 год. И делал он угодный в очах Господа, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Так мы думаем, и зачем ему выходить навстречу этого царя египетского? Неха, он шел на Ефрат там, и он просил: «Отворотись от меня». И он вышел, тот выстрелил, ранил его, и забрали его, и умер он. И Иеремия оплакал его, даже нет той плачевной песни. Праведники оплакали его,
кто был верный. Мы знаем, что в то время Израиль, страна была оккупирована северно. И он все равно там осилил, там ассирийский царь, других людей. И пошел он туда, аж в Ифиль, там, где, мы читаем, и тельца поставил, и освящение было. И мужчина подошел из Иудеи, праведник, пророк, и к царю не говорил: жертвенник, жертвенник. Так говорил Господь, что на том жертвеннике осквернится тот жертвенник, и что с ним так сделается, жертвенник распадется, пепел рассыпется. И успел царь такую руку протянуть: возьмите его. И рука одервенела. И начал просить тогда царь: попроси Господа, чтобы царя руками возвратилась ко мне. Кажется, после такого чуда должен покаяться царь. Но продолжал он и дальше грешить. И туда послал посланников своих. И по всей земле ходили его слуги, призывали: идите в Иерусалим, там Пасху сотворим. И мы знаем, какая была благословенная эта Пасха. Дорогие друзья, прямой путь. Читаем, много притчи сказано о прямом пути. Вот 4 глава притч, 18 стих. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Как светило лучезарное. И там дальше до юноши сказано: за мудрого юношу, за глупого юношу, там сказано. Вот. Посему ходи путем добрым для одной юноши. Держись стези добрых. А вот есть, которые кривят. Я обращался к юноше. И Господь к вам обращается. Ходите прямым путем. Не кривите. Потому что Господь наблюдает за этим. И вот читаем Евреям 3 глава 9 по 11 стих. Я там немножко прочитаю. И там сказано за одних: непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Когда Израиль шел по пустыне, сколько чудес Бог являл, и море расступилось пред ним, и фараон с войском погрузился в море. Кажется, какое больше чудо! Только 40 дней, 40 ночей побыл Моисей на горе, и сразу сдался Аарон. И слепил им тельца. Дорогие друзья, он умолял Господа и за Аарона, чтобы Бог не поразил их. И шли пустыню. Сколько чудес Бог являл. Одно чудо манною питал. Второе чудо — нога их не пухла, обувь не мешала их. Разве не чудо это? И через Дан перешли. Дорогие друзья, мы можем читать и считать места Писания, но вот Деяния 13, 19 стих. Там, на острове Кипр, проповедовал апостол Павел Варнава. И вот, а проконсул хотел послушать Слово Божие, а там при нем был Елима Волх, это же евреев был. И вот, и когда он хотел, чтобы Павел не проповедовал ему, он исполнился силы и сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совершать с прямых путей Господних?» И сразу ослеп. Дорогие, время коротко и время близко. По всему видно,
что близок всему конец. Совершаются суды Божьи по местам, а разве то на Украине что совершается? И в Израиле это не суды Божьи. И мы молим, о Господи, сколько там уже было поражено служителей Твоих, сколько городов с лица земли стираются, прекрасные города, деревни, и все идет, борьба идет, и молитва народа Божьего к нему идет. Господи, доколе? Скажи слово, и утихнет буря эта. Мы можем представить со стороны России, которая напала на Украину, сколько там молодых людей, свыше 300 тысяч. Представим, сколько молодых вдов там осталось, сколько матерей лишилось, сыновей, дочерей своих. И Господь наблюдает за этим, и Он силен восстановить это. Слово Его исполняется. Войны мне тяжи до пришествия Господню. Поэтому в настоящий час вознесем молитву к Богу, сердечную молитву. Особенность, которая седина на голове. Будем молять Господа, чтобы билось и мир над этой стороной еще, послал благополучие и мир. А при благополучии и мире, это, знаете, прекрасно. Было время, чтобы не было в собрании людей проповедовать Слово Божие. А вот имеем возможность сейчас собраться, молиться, проповедовать, назидаться от Слова Его. Скажем слава Господу за это. Воздадим Ему благодарность. Склоним колено пред Ним и скажем: с нами будь, Господь, и будь прославлен во всем. Бог Отец, Сын и Дух Святой.